В районе порта Бейрут, что в Ливане, произошел взрыв. Десятки погибших, тысячи раненых. Причина взрыва – 2750 тонн нитрата аммония, используемого для создания взрывчатки. 6 лет назад он был конфискован у судна «Росус», которое в 2013 году под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик. До Мозамбика судно не добралось, зашло на капремонт в Бейрут, где его и арестовали. Молдавские политики по-разному отреагировали на произошедшее. Кто-то выразил соболезнования, кто-то начал спекулировать на тему боеприпасов в колбасне, а Майя Санду заявила, что необходимо разобраться и наказать тех, кто позволил молдавскому судну перевозить контрабанду взрывчатки. 2013 год. Молдовой правит партия либерал-демократов во главе с Владом Филатом и правительством Юрия Лянка. И в партии, и в правительстве, и в команде, и Филата, и Лянка входит Майя Санду. Интересно, кто же в 2013 году выдал флаг Молдовы злосчастному судну, перевозившему контрабанду взрывчатки?